Так, начинаю очередной маленький фильм. Шел я себе, шел мимо. Это питомник Сергея Железова. Вот он такой. Сейчас вернусь. Почему? Он немножко начал подоносить. Видите, вот эти огромные саженцы, они вытеснили питомник уже наполовину, даже на три четверти. Вот он стал матричным садом, отсюда берутся черенки. Редкий случай для России, когда питомникам еще полагается маточный сад. А вот это вот интересно, знаете почему? Я тут обнаружил не просто яблони валялись. Я шел оттуда, вон оттуда, с прикупленной участкой. Там я посадил и нормально привил яблоки. Бирка потерялась. Сорт из культурного стал полукультурным. У меня есть фотографии, где все увешано ими, но внутри красное. Что это может быть? Вкусное. Вот. И вот я их, это последние, предпоследние два поднял. Иду себе, никому не мешаю. Прохожу мимо, да елки-палки. А тут-то что таким делать? Если я прекрасно помню, я тоже брал черенки. На этом ряду растут апорты. Без обмана. Смотрите, этот красавец лежит. Видите, там уже все грамм 300, наверное. Ну-ка, подниму. Ага, видите, да? Смотрим сюда. Апорт. Вон написано. Апорт. Крабовый. На бирочке. Так. И тут же висит. Ну, уже в два раза мельче. Вот он. И тут же... Еще мельче, вот этот покрупнее, но это вообще. Давайте их сравнивать с теми. Сейчас я апорт под мышку засунул. Вот. Так, на семечке с этого порта у меня желающих куча. И вот почему я остановился с этим сюжетом. Смотрите, вот эти измельчали, я культурный привал, только не знаю что. И вот эти практически такие же, видите. Ну а это стопроцентный апорт. Попробуйте сомневаться, смотрите сюда. Смотрите сюда, вот, на этом ряду росли апорты, вот он, апорт, на этом измельчал, но на одной ветке он еще, по крайней мере, приличный, а второй приличный, на третий вот такой. Вот видите, что такое разброс. А теперь ради чего я здесь? Отсюда, ва, и отсюда семечки взять, а у меня... Понимаете, я почему еще здесь? Я сказал, у меня последний висит здоровый, ну, как сказать, не настоящий, как сказать, назвать его, не стандартный даже, фирменный, можно так сказать, апорт, да? А он поедет в Казахстан к человеку, которого зовут Александр Владимирович, вот, из Усть-Каменогорска. И он ищет там апорт в Казахстане, пока не нашел. И вот когда я ему отправлю, вот, я еще у Чернобаева раздобыл таких несколько. Так, я еще давно говорил, показывал, что у меня последний висит. Ну, полноценный. А вот с этого семечка, какие вырастут? И с этого. Разные или одинаковые? А? Вот смотрите. Вот так. Вот такие загадки. Ну, раз уж мы тут, что еще показать? На этом ряду растут у меня... Антоновки, вот они. Тоже год такой измельчали. Полноценных антоновок-то почти мало. Вот она. Вот. Ну, опять же, зимняя. Им не хватило лета. Они будут висеть до самых морозов. А сегодня у нас, по-моему, 3 октября. Примерно, плюс-минус. У меня нет памяти. Ну, еще пройтись по саду. Ну, давайте, пусть будет. Пройдусь, это будет следующий сюжет.